Света на канале «Вечное лето». Всем привет! И мы с Сашей отыскали эту потрясающую елку в Таиланде специально для того, чтобы поздравить вас, наши дорогие друзья, с Новым годом! С Новым годом! На самом деле мы с Сашей очень рады, что этот Новый год мы встречаем в Таиланде. Я помню, как в прошлом году мы встречали Новый год с родителями, и я загадала желание, чтобы в следующий Новый год встретить в Таиланде. И желание исполнилось? Так, я сейчас заплачу. В новом году я каждому из вас желаю исполнения ваших самых сокровенных желаний, чтобы все, что вы задумали, все, что вы давно планировали, исполнилось и как можно скорее. Мечтайте и исполняйте свои мечты, потому что так жить гораздо веселее и интереснее. От всего сердца хочется вам пожелать успехов, удачи, счастья, здоровья и любви. Я желаю, чтобы каждый день Нового года приносил вам только радость и положительные эмоции. Большое спасибо, что смотрите наше видео, и мы обещаем в новом году продолжить радовать вас. Спасибо, что смотрите нас. В новом году мы обещаем продолжить радовать и удивлять вас новыми и интересными выпусками о жизни в Таиланде. Саша, а что ты хочешь пожелать нашим дорогим подписчикам? А я желаю вам набраться сил и смелости для того, чтобы начать осуществлять свою мечту. Если вас кто-то начнет отговаривать, не слушайте его. Продолжайте идти к намеченной цели. Выполняйте каждый день один шаг на пути к своей цели. И в конечном счете вы ее достигнете. Мы сейчас в Таиланде, но мы сюда попали не за один день. Захотели и сразу прилетели. Мы планировали это в течение 2 лет. И каждый день мы целенаправленно выполняли определенные шаги, которые привели нас сюда. Я уверен, если и вы будете двигаться шаг за шагом к своей цели, то вы обязательно ее достигнете. И в завершении этого выпуска я хочу поздравить с Новым годом своих родителей. Так как у нас нет возможности созваниваться в скайпе, я поздравлю вас сейчас. Дорогие мама и папа, поздравляю вас с Новым годом. Спасибо. Дорогие мама и папа, спасибо вам за все, что вы для меня сделали. Я вас очень люблю и скучаю. Я каждый день о вас думаю. Я думаю о том, что вам бы здесь очень понравилось. И в новом году я желаю нам встретиться здесь, в Таиланде, потому что вы должны это увидеть. Я вас очень люблю и скучаю. Что ж, на этом у нас все. Спасибо, что посмотрели это видео. Спасибо, что посмотрели это поздравление. Также оставляйте свои поздравления в комментариях под видео. Мы будем очень рады их почитать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока. Пока.